з нами зараз на прямому зв'язку наша наступна гостя, так? Марія Тиха, фіналістка битви екстрасенсів 21 на телеканалі СТБ. Вітаю, Марія, чи чутно нас? Здравствуйте, да, мене. Так, вітаємо вас, дякуємо, що долучилися. Пані Марія, ну і ми традиційно вже питаємо наших гостей, коли ви дізналися про те, що в Україні війна, ваші перші думки з цього приводу? Як зреагували? Мені можна, вибачте, на російській мові можна, так? Так буде швидше. Так, будь ласка. Смотрите, ну я непосредственно стала, скажем так, учасником этих действий. Я находилась в Киеве. Я живу в Киеве вместе со своей семьей. Заработалась ночью, приехала поздно домой, в 4 часа утра. Меня удивило в первую очередь то, что я очень восприимчива и очень эмоциональна. То есть любой практик через себя пропускает любую энергию. Последние дни перед войной, то есть я улавливала всеобщую панику и апатию у людей. То есть мне было очень странно. Знаете, заходите в магазин, а у всех депрессия. Но это очень странно, да? И вот перед войной, получается, сидела на кухне, приехала домой, пью чай, думаю, что-то спать не хочется. Какое-то состояние такое никакое. Абсолютно. Я услышала взрыв. Думаю, ну ладно, показалось, видимо, может, кто-то салют пускает. Ничего удивительного. Начала гавкать собака у соседей. Еще один взрыв. Я не поняла. Думаю, что такое? Неужели у меня какая-то паранойя началась? Ну, как у обычного живого человека, знаете, все-таки как бы страх войны присутствовал у всех, потому что мы все смотрели новости, мы все понимали, к чему идет, но никто не хотел в это верить, естественно. И тут у меня дядька военный, дядька у меня прошел АТО, он у меня полковник, то есть он ветеран АТО. Он выбежал с комнаты и сказал мне, что началась война. Что Россия, что Путин напал на Украину. Это сообщили мальчики непосредственно, которые были вот в окопах, которые готовились и ждали нападения на Донбассе. Вот так вот. Де ви зараз перебуваєте, якщо можна це казати? Чи залишилися ви у місті або виїхали, можливо, на захід України або за кордон? Смотрите, да. То есть я хотела до последнего ехать, потому что Киев мой любимый город. Я обожаю Киев, я люблю Украину, и для меня это все. То есть я всегда говорила о том, что Украина — это моя душа и мое сердце. Вот. Но поскольку меня заставили выехать за границу, у меня ребенок маленький, ребенку 4 года, то есть я решила, что, ну, представляете, что вообще творится с детской психикой в 4 года, когда она видит взрывы и видит, как бомбы летают над головой, ракет, понимаете? И плюс ко всему мы ночевали неделю в подвале, в сырости, в плесени, в пыли, и я сказала, что как любая мать, я должна спасти своего ребенка в первую очередь, должна как бы вывести ее и постараться как-то обезопасить. Правильно, це звичайно. Марія, ми також знаємо, що на вашій інстаграм-сторінці більше, ніж 20 тисяч підписників, там 26, якщо я не помиляюся. Скажіть, будь ласка, чи якось використовуєте це, наприклад, інформуєте своїх підписників про реальну картину того, що складається в нашій країні? Можливо, є підписники з різних країн? Смотрите, сейчас я объясню, какой момент. То есть до последнего, вот я каждый день встаю и думаю о том, как бы уехать в Киев обратно. Меня очень сильно это гложет. Я рвусь домой безумно. Чувствую, возможно, какую-то вину, что я уехала. Но опять-таки, мои знакомые практики мне говорят, что каждый находится там, где он должен находиться. У них возможности сейчас ездить на места силы, на кладбище, да, вот непосредственно мы работаем с силами смерти, мы некроманты, нету. Вот, потому что находясь в такой обстановке, понятное дело, что работа, да? Я считаю сейчас своим долгом, правильно вы сказали, информировать людей. То есть я занимаюсь волонтерством, я информирую людей, максимально стараюсь помогать по возможности финансово. Плюс ко всему я помогаю людям в поисках пропавших без вести людей. Это все делается бесплатно. Вот. И касательно подписчиков с разных стран, да, у меня подписчиков много, у меня много клиентов было из России, из других стран, но данный период времени с Россией мы закончили любые контакты. Я не собираюсь работать на эту страну.
Так, а розкажіть ось, будь ласка, чи відчували ви, можливо, щось ось перед початком ось цієї повномасштабної війни проти України, чи, можливо, ваші колеги щось відчували? Тобто можете ось розповісти про це більш детальніше? Дущому вопросу. 80% росіян. Удивительно, що вони себе вибрали букву «Г». Они зомби. Это оказывается нереально. Все мои друзья и все мои... Они все запираны и вообще... Мария, вибачте, мы вас трохи не чуємо. Є якісь перебої зі зв'язком. Чи можете, будь ласка, повторити? Да, не слышу. Так, не дуже гарно чуємо, на жаль. Так, є перебої зі зв'язком. Можете трішечки повільніше розмовляти, щоб, можливо, встановили зараз зв'язок, щоб ми змогли продовжити наш діалог? Так, то, що я говорю, що неудивительно, що Росія вибрала себе букву «З», тому що вони всі зомбіровані, 80% людей там зомбіровані. Вони смотрять зомбоящики, вважають, що так і є. К сожалению, или к счастью, не знаю, всі мої знакомі, всі мої колеги, мої родственники, які живуть в Росії, всі мої колеги, мы с ними закончили общение. Что-то кому-то доказывать я не считаю нужным. Пускай дальше живут в своем зомби-ленде и верят своим новостям фейковым. Вот. А скажіть, чи є у вас, можливо, колеги ось не з Росії, а з інших країн, тобто ось Європи там, чи інших країн далі? Що вони зараз ось вважають з цього приводу? Що вони, можливо, роблять? Нас підтримує весь світ. Я считаю, что наша страна сейчас проходит очень жесткую трансформацию, даже в плане энергетической. Любая трансформация к чему-то приводит, то есть в любом случае будет какое-то окончание. То есть и мы как страна станем еще более целостными, мы станем как нация еще более сильные, мы станем еще более колоритными. Вот. Все страны нас максимально поддерживают, нас поддерживает весь мир. Весь мир. С кем бы я ни общалась, везде все за нас. Но это нормально, потому что за нами правда. Звичайно. А чи є якісь прогнози на сьогодні? Можливо, ви знаєте, звичайно, більше, ніж ми, про перемогу, ніж звичайні люди. Ви якось можете спрогнозувати щось, щось дізнатися такого, якісь деталі щодо нашої перемоги? Конечно, смотрите, то есть мы уже собирали коллегию с практиками, у всех падает, по сути, одна и та же информация. Да, информация меняется. Но... Мария, мы вас снова... Да. Знову є якісь перебої. Ой, слышу, да. Так, так. Повтори, будь ласка, еще раз. Мы собирали коллегию с практиками, смотрели, у всех, в принципе, информация плюс-минус идет одна. Да. Бегаться, но тем не менее, то есть я четко считаю, то, что вот эти самые жесткие, жестокие боевые действия, да, они закончатся все же ближе либо к концу весны, либо начало лета. То есть да, я не спорю, я сейчас не говорю про окончание войны именно. То есть, но основные боевые действия, они будут заморожены. Понятное дело, что мы еще будем, скажем так, вычищать нашу землю от русской нечисти, которая разбегалась по лесам, по полям, когда мы ее гнали, понятное дело. То есть это будет осень. Но все же основные боевые действия, вот эти вот, они будут окончены, когда будет тепло. То есть это конец весны, начало лета. Будет зелено. Угу. Тобто прийде весна, це як буде символ, можливо, такого більш тихого, спокійного світу. Так можна сказати? Да, да, да. Смотрите, касательно, вы меня спрашивали касательно того, что мои ощущения войной. Да, то есть действительно мне шли сны. Возможно, вы помните, когда президент Российской Федерации собрал первый раз войска на границах. Помните, когда это было? Я не помню, когда там. То есть мне тогда приснился сон, что я лежу у себя в центре Киева, в квартире, просыпаюсь, подхожу к окну и вижу в окно, как летят самолеты. То есть я четко это помню. И я подумала тогда еще, знаете, как все, а,
Возможно, просто как-то моя нервная система среагировала, возможно, страхи мои как-то выходят, активируются. Но это был первый звоночек полгода назад, что вот будут какие-то боевые действия. Тобто сон вам все ж таки натякнув на це. А чи слід сьогодні людям прислуховуватися до своїх снів? Да, конечно, мне все чаще мои клиенты, мои знакомые рассказывают о том, что им снятся их мертвые родственники, снится их род. И почему-то у всех во снах одно и то же. Все мертвые снятся веселые и радостные. То есть я считаю, понятное дело, что когда происходят какие-то события, связанные со смертью, не слышу вас сейчас еще раз. Ми вас чуємо, так? Зараз зв'язок зник знову. Так, продовжуйте, будь ласка. Основна функція нашого мертвого роду – нас захищати, нас оберігати. Понятно, зі з такими людьми, вони будуть приходити і будуть нам показувати, давати якусь інформацію. Но сколько мне снов рассказывали мои клиенты, мои знакомые, везде, в каждом сне родственники снятся веселые, радостные. То есть, допустим, у меня прабабушка приходила, она стирала простыни, белые чистые простыни. Белый цвет — это чистый, белый цвет — это ты. Я считаю, что нужно просто... Да, сейчас действительно трудное время. Сейчас всем страшно. Сейчас мы все проживаем самые сильные страхи, наверное, которые есть у всех людей. Страх смерти, страх войны. Но вы просто представьте, какие мы будем, когда мы все это переживем. Насколько мы будем сильные, насколько мы будем собраны. Дійсно, представляете? Найсильніше, погоджуємося з вами. А чи є якісь прогнози стосовно Росії? У якому стані вона буде після цієї війни? Смотрите, когда мы просматриваем Россию, я и мои коллеги, то есть у всех падает единогласно карта башни. Это карта разрушения. Ну, они все больше Це те, що ми бачимо, можна сказати. Так. Конечно, больше усугубляют свое положение, понимаете? То есть у нас есть свобода слова, у них этого нет. Они как стадо баранов. Извините, может, я как-то очень так прям жестко выскажусь сейчас. Давай, они как стадо баранов. Потихонечку страна будет разваливаться. Понимаете? Вот и все. Понимаете, просто они пьют кровь сейчас наших людей. Они этой кровью потом умоются. Но кровь же не вода. Правильно? Рано или поздно за это кто-то ответит. Так, це дійсно. Они сейчас уже такие правдивые. Правильно. У них так. Я уверена, що буде дефолт рубля, я в цьому уверена. І ось таке питання, напевно, ось в найближчі дні, тобто сьогодні по 30 березня відбудуться ось перемовини між нашою стороною та російською. Чи можете ви ось дати якийсь прогноз стосовно ось цих переговорів? Чи слід нам очікувати якогось вирішення, можливо, не конфлікту загалом, а ось, ну, загалом якихось рішень, прийти до якогось консенсусу, тобто... Ну, смотри, учитывая то, что они там бронелобые все с той стороны, да, я не думаю, что будет какое-то решение прям окончательное. Понятное дело, что, к сожалению, к большому сожалению, мир мы не подпишем, да, в эти дни. Уже мы как бы видим, да, что происходит там, что там отравили делегацию, плюс Абрамовича еще отравили, это очень интересно. Я считаю, что, возможно... Какие-то моменты все же мы оговорим, какие-то моменты. Но чтобы подписать примирное соглашение и окончательно решить конфликт, к сожалению, нет. Почему? Потому что та сторона не хочет. Той стороне выгодна война, понимаете? Так, ну мы все ж таки... Так. Да, говорите. Ні, я просто гадала, що я вас перебила. Хотіла б подякувати вам за розмову і за те, що ви до нас долучилися. Дійсно, дякуємо за вашу інформаційну діяльність, так, якщо ви дійсно стоїте на інформаційному фронті, можна сказати. І дякуємо за ваші прогнози, які ви нам надали.
Нет, я перебью, не только информационный. Там же, видите, фейковые вот эти новости, что, ну как, не фейковые, но там же все практики России собираются для того, чтобы Россия победила. Это все полная чушь. Я знаю этих людей, я знаю некоторых практик, в которые входят в эти круги, это полная чушь. Они не практики. С нашей стороны, то есть со стороны Украины, я могу также вам сказать, что все практики работают. Все практики работают для того, чтобы было равновесие, для того, чтобы был мир, для того, чтобы уберечь наших мальчиков, которые сейчас воюют, которым очень несладко. Понимаете, мы тоже поддерживаем Украину как можем, тоже тратим колоссальную энергию на это на все. Но ничего страшного, все будет хорошо, мы победим, это 100%. Это 100%. Не может быть по-другому. Понимаете? Так, дякуємо вам. Щиро дякуємо вам за розмову, за таке натхнення, так можна сказати? Головне за ваші дії. Так, звісно. Ми нагадаємо, що з нами на зв'язку була Марія Тиха, фіналістка «Битви екстрасенсів» 21-го сезону на телеканалі СТБ. Дякуємо вам ще раз. Дякуємо. До побачення.